have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и сегодня мы с вами будем смотреть на Haiku the Robot. Игрушка не то, что прямо известная и популярная, она скорее для меня имеет какое-то более личное значение, поэтому я хотел бы, чтобы она засветилась у нас на канале. Полного прохождения, скорее всего, не будет, она не локализирована. Не локализована, тут будет правильное слово. Она всего лишь на английском, испанском и португальском, поэтому будем смотреть ее на английском. Дело не в этом. Просто хотелось бы, чтобы она у нас была хотя бы в виде посмотряшки. Поэтому поехали на первый сейв. Вышла она совершенно... Я нажал... нормально. Автоматически сохраняется в некоторых чекпоинтах. А это получается, сейчас были лаги, тормоза или что это сейчас было? Ладно, 200 лет назад. Апокалипсис — это ушко иглы, через которое мы проходим... Блин, я не успел прочитать. Ладно, я думаю, у вас-то пауза была, вы-то смогли прочитать. То есть вы прочитаете. Итак, у нас есть некая подземная локация. Переработка мусора. Погодите, это же машины, это матрица. Сейчас посмотрим. Haiku. Просыпайся. Wake up, samurai. We have city to burn. Не, надо что-то делать? Нет, само. Или надо? А, вон отключаются... Отключаются кабели. Да я лучше буду на дипаде играть, погодите. Можно и на тырдочке, так... Оказывается, есть оружие. Дэшить, да? Я думал, что я в воздухе смогу продэшить, но дэшить я могу только на земле. Получается, этих мне сейчас трогать невыгодно. А! Это у нас как Ori and the Blind Forest. Ну, или вторая игра, The Will of the Wisps. Кстати, да, очень похоже по платформенной составляющей... Эти надо разбивать, чтобы... То есть, типа, я тут майню это все, но оно автоматически само не подбирается. Ладно. Я, похоже, нашел какую-то то ли секретку, то ли еще что-то. У нас кнопки действия нет как таковой. У нас есть кнопка удара. Я пошел в трубу. Карл, это Марио. Ладно. 39 деталек. Что бы это значило? С этим я ничего сделать не могу. Разбивается, вполне разбивается.
Ну, к этим, наверное, лучше со спины подходить. Так, настроить гаечный ключ, РП. Я, получается, могу лечиться таким образом, да? А что ты скрываешь? А зачем это здесь? Хм. Выглядит очень круто, и ну, я практически уверен, что здесь неплохая история. Не буду в этом прям уверен, но мне так хочется верить, скажем так. Поэтому я вот не знаю, как насчет языка. Мне-то, в принципе, не проблема играть на английском. И я думаю, что я буду продолжать играть, даже если это видео выйдет просто в формате посмотряшки. Потом я буду продолжать играть, я надеюсь, пройти эту игру для себя. Хотя, с другой стороны, я посмотрю, какой отзыв она оставит у вас. То есть, захотите ли вы смотреть дальше и как это все будет происходить. Потому что фидбэк тоже важен. Дружище, это были мои деньги. Так, мне сюда. Интересно, они пропадают потом? Вроде нет. Ясно. Эти болты безвредны, ну, практически безвредны. А, так, вот так. Да, мы так лечимся. А гайки, они на нас катятся. Ну, болты просто крепкие. Так, ползти поэтому не могу. Птички двухударные. И причем меч меня отбрасывает. А! Стой. А, урона от падения... Ай-яй-яй, ты кто такой вообще? Я могу наверх бить. Ну-ка, подлечимся. Я так понимаю, что вот этот датчик, это мое напряжение, которое я могу выдержать. Если я не могу бесконечно лечиться, бесконечно что-то другое делать, так? Ха-ха, я тебя вижу. А, я не хотел так низко пасть. Приятная физика такая у игры, то есть чувствуется. Опять же, почему говорю, что с первого раза похож на Ori and the Blind Forest, частично из-за этой физики, которая здесь есть. А, это же здесь не просто так было. Очень похожие нычки, как в Ори, поэтому они, ну, для меня лично легко находятся. Хотя, на самом деле, приныкано неплохо. А я туда никак не попаду. Пойдем глянем, что... А, вот, это как раз нужный мне рычажок. Ты дурак! Минуточка, они все просто респаунятся? То есть, если я покидаю зону, враги респаунятся? Ай, больно. У меня 4 хитпоинта, я так понимаю. Как я мог так просто взять и улететь оттуда? Ой, блин, это прямо сейчас обидно. Я сейчас уже просто делаю ошибки, потому что... Я не помню, как я туда... Ну, я туда как-то попал. Через тут. Да, точно. Вот сюда. Сейчас, ребят, наверное, добегу туда, никого не убивая, что ли. Не знаю, насколько это получится. Да, мы тратим детальки, которые мы зарабатываем.
на собственную починку. Поэтому, в принципе, на всех забивать невыгодно. Вот, но и всех убивать тоже получается невыгодно. Иди сюда. Сюда, сюда, сюда. Сейчас камушек упадет. Я почему-то дэш нажал, я не знаю почему, я еще в кнопках путаюсь. Вот, ржавый ключ. Это от той двери? Ах ты ж! Нет. Так, хорошо. Урона от падения тут вообще нету. А откуда? У нас там вроде было еще место. Знаете, что мне будет короче отсюда. Так, враги респаунятся полностью. Каждый раз, как только ты проходишь зону, враги полностью респаунятся. Ну, это вот... тут попахивает уже Dark Souls style. То есть... с одной стороны, да, можно фармить. Хотя нет, ну здесь враги не зареспавнились, смотрите. Выпавшие детальки уже подобрать невозможно. Ключики я подобрал, просто не знаю от чего. Тут я был. Тут можно сохраниться. Хорошо, уже с ключиком можно сохраниться. Причем у меня есть места еще в той части карты, где я не был. Опа! Тут прям жевать не переживать. Но это надо запоминать. Да! А как? Мне не хватает какой-то обилки. Это интересно. Попробуем запомнить. Вот, где водопад деталей. Деталипад. Опа. Я туда не могу попасть. Мы можем тогда пойти в другую сторону. Ай, больно. Музыка приятная, атмосфера очень приятная. То есть здесь прям хорошо находиться. По крайней мере, пока что оно ничего не бесит, ничего нет. А вот сюда вот мы еще не ходили. Опять же, посмотрим, какие тут будут боссы. Фига себе, вы кто, ребят? Ну-ка. О, привет. Ты не выглядишь, ну, одурманенным, как остальные машины здесь. Порабощенным, одурманенным. Но ты очень маленький. Я думаю, что пройдет совсем много времени, прежде чем ты обернешься. Слушай, я тут немножечко провел расследование, и выходит, что эти строения... были здесь поставлены с какой-то целью, чтобы отвлекать машины программы. Так, это выглядит уничтоженным, но моя карта все еще заблокирована, то есть они, видимо, создают помехи. Поэтому, скорее всего, здесь недалеко есть еще одно подобное строение. То есть вот такое вот искать, да? И тогда у меня будет карта, скорее всего. Я тебя понять. И все равно ж ударил. Вот крыса. Хорошо, здесь я ничего не могу сделать. Выходит. Болтики, шестеренки. А, вон, вижу. Мне сюда. А, да?
Вы издеваетесь. Ладно, я думал, он сейчас закроется. Можно вверх, можно вперед. Вперед. Торговец. Меня зовут Пеньон. Я только что был в районе... Я только что тут все проверял и искал на хорошие возможности. Как тебя зовут? То есть ты не разговариваешь? Я не люблю роботов, которые строят из себя непонятно что. Сложно найти запасные детали, мой друг. Если ты не будешь слишком осторожным, ты потратишь все свои запасные детали и нечем будет чиниться. У тебя будут сложности, чтобы накопить. Я предлагаю... Goldcrest? Открыть траст в банке запчастей. воспользуйся вот этим вот. Так, Goldcrest... А как мне этим воспользоваться? Не волнуйся, дружище, твои запасные части никуда не испарятся. Ты всегда сможешь им воспользоваться, покупая у торговцев. Увидимся, тут есть торговцы. Тут получается, что эти части, они же... Это типа души, насколько это возможно, да? То есть они валюта... Что это было? Так, ладно. Мне явно сюда. Но куда сюда? Просто 100-500 ходов. Ух ты ж. Ты кто такая вообще? Привет, малыш. Ты недавно поезд не видел? Странно. Обычно он так долго... У него не уходит так много времени, чтобы прибыть. Что ж, мне интересно, что там за задержка. Я владею отделением запчастей на поезде. И сошла для того, чтобы поискать новые вещи для продажи. И, видимо, я теперь тут застряла. Придется подождать. У меня не так уж и много покупателей в последнее время. Ага. Так, ржавый ключ, который, вероятно, может открыть старый замок. То есть он рандомный, да, получается? И Map Sweeper. Эта штучка нам обозначит все те преграды, которые нам еще нужно преодолеть. Это, кстати, очень прикольно, если ты хочешь зачистить все, что... А почему тут... Хорошо, 300-400, я понял. Не такие уж и большие цены. Что это за фигня падает постоянно? О! А вот и глу... это были волны от глушилки! Вот как я должен был ее найти. А как мне... тут есть такая штука. Прикиньте. Так. Меч... Так, банк, тут все-то... карта. Ага. Вон тот кармашек под нами, это к торговцу. Карта у нас Abandoned Wastes. Брошенные остатки. Tire Village. А где у нас место, куда мы не могли попасть? Прямо над нами. Ну, видите, вот это вот... Можно зум? Да, можно. Это и есть зум. Фига себе тут карта! Копать, хоронить! Чипы. Зеленый, синий и красный. Зеленый, это, видимо, будет Map Sweeper. Мне нужны деньги, я хочу себе этот чип. Оп. Кстати, вот эти штучки с указателями. Вот, видите, да. Та, что ты такая резвая?
Блин, очиниться. А сколько уходит? 5 на починку? Да, видите, я пока тут ничего не могу сделать. По крайней мере, мне так кажется. Это у нас или шорткат, или... Стоп. Стоп, это интересно. Там что-то было. Отлично. Плюс 46. А мне нужно 400. Так, стоп. А сюда тогда я как попадаю? А, я теперь буду параноить. Я теперь буду по карте смотреть. Так нельзя. Ладно. Вон там внизу у нас есть какой-то проходец, куда мы можем свалить. А, ну и опять же, мы... мы убрали глушилку. У нас логично появилась карта. Но тот приятель нам вряд ли что-то об этом скажет. Фух, блин, он прям на меня летит. 7. 6. А! 3. За него дают 3, а стоит он мне гораздо дороже. Вот эти гайки, короче, вообще твари неблагодарные. Просто бонус? Неплохо. Это мы к 400 подходим, если что. Я 400 хочу. Блин, жаль, что оно каждый раз на карту не меняется. Вот, может сохраниться. Это я возьму. Да ладно, ну тут же можно... Ладно, не можно. А, гайка не бежит, если она меня не видит. Хм, это интересно. Осталось 30-ник. Я бы серьезно, я бы пошел и... Ну, может быть, я накину кружочек, потом вернусь сюда за... Там есть еще и внизу проход, смотрите. Не, учитывая, что враги спавнятся... Гайка в любом случае на меня бежит, видит она меня. Ну, то есть, неважно, сделай ей что-то или нет. Просто видит меня и бежит на меня. Хорошо. Есть проход сверху, проход снизу. Давайте сверху пройдем пока что. Ты босс. А черт с тобой, пойдем посмотрим. Ты офигел? Чинись! Ай! У меня перегрев! А я ничего не могу сделать, потому что у меня был перегрев. Смотрите, урон наносит мне. Сколько я денег потерял?
сколько я бабла потерял. Да, там внизу есть проход направо и налево. Я такой, о, у меня почти 400, бах, нафиг. Бах, нафиг. Так, хорошо, ладно, я понял, там босс. Я примерно даже понял, что с ним происходит, но... Я... У меня перегрев, здравствуйте, я сейчас опять помру. Но это жесть! Погодите, здесь, сюда, ну опять, да, минус половина. Каждый раз я теряю половину денег. Давайте посмотрим, что там в третьем месте хотя бы находится. Так, тут уже пусто. То есть надо было, когда у меня было 400, надо было пойти их потратить. И было бы все хорошо в этой жизни. Вы офигели. То есть... У нас темная локация, огненная локация, в которой я не могу, видимо, находиться без какой-нибудь жаростойкого. Я так понимаю, что это вот красный чип у меня будет жаростойкий. И босс. Кроме этого, я никуда пока что... Хотя вон там, вон наверх я могу еще пойти. Получается, мне сейчас нужно находить 400 монет, вообще идти фармить. И пытаться что-то купить на 300 монет. Тоже можно там что-то купить. В общем, да. Денег на все это нужно немерено. Вот. Мы поняли, как это все выглядит. Насчет босса. Я же говорю, он... в принципе, наверное, не особо сложный. И надо, главное, понять механику, как он работает. Потому что, смотрите, у меня... При уроне идет нагрев системы, при починке идет нагрев системы. Причем починка происходит довольно медленно, но там были окошки, где можно было починиться. Окей, это я понимаю. Стой! Стой. Во-первых, стараться не отхавывать урон по возможности. Я понимаю, что это глупо звучит в видеоигре, но все же... И делать пролеты под ним. Попал. Не, знаешь, я не буду чиниться, лечиться. Так, а куда я могу тогда, получается, пойти? С этой стороны я не пройду, мне... Давайте я немножко вернусь. О, а, чувак... Да? А, вот как я могу. Да. Так я не смогу чиниться. О, for safekeeping. Так я не смогу чиниться, но так я не потерял бы свои деньги. Ну, то есть, я просто, видимо, изначально не понял механику, как это работает. Больно. Вот сейчас сколько я смогу починить? На 8. Минуточку, оно что, обнулилось и... Раз, два. Так и подохнуть можно. Карта сюда. А, карту можно... Я понял, карту можно просто одной кнопкой. Все-таки можно и одной кнопкой открывать. Нормально. Я там просто собрал, получается, немножко денежек. Вот, смотрите, и тут лока обновилась. Я сейчас выйду, там этот перец... Нет, этот перец уже не появится. Хорошо. Во-первых, надо починиться. А я что, не могу назад? Да ладно вам. Да нет же.
Не могу. И все мимо вниз полетело, спасибо. Так, сейчас я починю последнее. Отлично, тогда... У нас не осталось никаких путей дополнительных. Да, здесь я тоже ничего не могу сделать. Пока у меня не будет или длинного прыжка, или двойного прыжка, чтобы залететь сюда, а потом оттуда перелететь. Да, это, видимо, нужен какой-то двойной прыжок. Хорошо, ребят, я понял. Выходит, что мне сейчас идти пытаться грохнуть босса, ну или, опять же, фармить на те две вещи, которые могу купить у торговки. Там получается 700 вместе, у меня там в районе 200 сейчас есть. Блин, а было сколько-то? Я 300 слил, ладно, такое. Пойти нафармить, пойти завалить босса, и можно потом, наверное, будет за боссом продвинуться дальше, потому что тут продвижение сейчас или закрыты, или в те зоны, которые мне недоступны. Хорошо. Думаю, тогда мы на этом и закончим. По-моему, посмотряшка получилась довольно-таки прикольная. Поэтому сами решайте. Я вам могу порекомендовать эту игру, потому что мне она понравилась. Она довольно хардовая. Наверное, практически уверен, что далеко не всем зайдет. Но все же в ней что-то есть. И она совсем недорогая. Поэтому тоже с этим не должно быть каких проблем. Все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.